Не так давно в России вышла моя новая книга «Бодибилдинг и другие секреты успеха», и я имел возможность встречаться с читателями на автограф-сессиях. В результате этого общения я еще раз убедился, что при всем многообразии различной информации по фитнесу в интернете, обычные люди часто не знают, чьим советам верить и из-за этого не могут приобщиться к регулярным занятиям спортом. Услуги персональных тренеров тоже многим сейчас недоступны, как и абонементы в спортивные залы. Поэтому, как только у меня появилось свободное время, я решил возобновить мой блог на дни.ру, который будет посвящен фитнес-советам для новичков. Лето уже наступило, и я хочу предложить вашему вниманию комплексы доступных физических упражнений для мужчин и женщин. Цель проста: если вы не чувствуете себя готовым к пляжному сезону, то еще не все потеряно, и за месяц вполне можно изменить свое тело к лучшему. Сегодня практические рекомендации для сильного пола. Публикация от Александр Невский, Собака Реала Алексовский, 11 мая 2018 в 11 часов 59 минут по часовому поясу PDT. Мужчины в большинстве своем мечтают выглядеть более атлетично. Поэтому 4 раза в неделю придется качать железо, для чего понадобятся разборные гантели. Также нужно будет питаться не менее 4 раз в день, употребляя больше белковой пищи: яичница на завтрак, пара куриных грудок с салатом на обед, мясо или рыба на ужин, нежирный творог на второй ужин и пить много воды. Еще будет необходим достаточно отдых, поэтому старайтесь спать минимум от 7 до 8 часов каждую ночь. Тренировочный план на неделю, все упражнения которого вполне можно выполнять в домашних условиях, выглядят следующим образом. Понедельник: тренировка груди, дельтовидных мышц, трицепсов и брюшного пресса. Вторник: тренировка бицепсов, спины, ног и брюшного пресса. Среда, выходной. Четверг: тренироваться как в понедельник. Пятница: тренироваться как во вторник. Суббота и воскресенье — выходные дни. Теперь рассмотрим упражнения, подходы и повторения. Публикация от Александр Невский, Собака Реала Алексовский, 16 марта 2018 в 8 часов 12 минут по часовому поясу PDT. Понедельник и четверг: грудь, жим, гантели, лежа, 4 подхода по 12,10, 8,6 повторений. Вес отягощения увеличивается в каждом подходе. Разводка гантелей лежа, 3 подхода по 10 повторений. Отжимание от пола в широком упоре, 3 подхода по 10 до 20 повторений. Дельтовидные мышцы, жим гантелей, повторение, подъем гантели попеременно каждой рукой, стоя в наклоне вперед, 4 подхода по 12,10, 8,6 повторений. Спинотяга гантелей к поясу, стоя в наклоне вперед, спину нужно держать прямой и смотреть перед собой. Всегда, когда выполняете любые упражнения, стоя в наклоне вперед, 4 подхода по... Также, перед тем, как приступать к регулярным занятиям с отягощениями, следует проконсультироваться у врача и быть уверенным, что подобные тренировки вам не противопоказаны.